Всем огромнейший привет! Сегодня у нас будет такое ламповое видео. Не о моих кольцах, это не видео-хвастушка. Это просто пример украшений, которые могут хорошо вам сослужить службу, если вы делаете обряд на кольца. Обряды на кольца есть у меня в плейлистах, можете посмотреть. И я сразу скажу, какие кольца не особо хорошо подходят для такого типа. Есть обряд на деньги, есть защитный обряд на канале, если я не ошибаюсь. В общем, видео будут прикрепленные, посмотрите. Так вот, вот такое кольцо, например, не подойдет. Да? Любое кольцо, в котором есть какие-то отверстия, какие-то трещины, вот любые дизайнерские кольца такого типа, да, они очень красиво выглядят, но они не подходят. Кольцо должно быть вот такое, цельное. То есть это может быть камень, желательно натуральный. Также это может быть любой самый простой камень, вот, например, гематит. Может быть искусственно выращенное кольцо, камень искусственно выращенный, нефрит, например. Абсолютно ничего плохого из этого не будет. А вот такое кольцо сквозное, оно тоже совершенно не подходит. Это кольцо, как и это, обычные дизайнерские украшения, потому что всем нам иногда хочется побыть просто девочками. Не каждое украшение несет в себе обязательно защитную функцию. Вот такие гладкие украшения, абсолютно любые. То есть вы можете в цвет добавлять кольца, например, зеленое на деньги, нежно-розовое, например, на любовную тему. Можно так делать, но опять же не обязательно. Также отдельно я хотела вам сказать о таких украшениях с такими большими вырвиглазными камушками. Для чего они нужны? Как вы знаете, вот такие крупные украшения я сейчас реже ношу. Мне больше нравятся вот такие вот сдержанные. Просто вот небольшой камушек в минимальном каком-то обрамлении. Вот на такие украшения у меня на руке, да, можно поставить программу защитную на черные камни, хорошо ставить. А вот такие крупные яркие кольца, да, коктейльные их еще называют, они хороши именно как амулеты, потому что они хорошо помогают на себя вызвать внимание человека, любого глазливого, завистливого, любого. То есть, чтобы вся негативная энергия вот шла конкретно на вот этот камень, конкретно на вот это воздействие. Да? То есть, вы, получается, яркими коктейльными кольцами можете делать только амулет. То есть не оберег, который защищает, а амулет, который вот на себя берет удар. И не удивляйтесь, если такие кольца очень быстро приходят в негодность, потому что они постоянно берут, бедняги, на себя очень много энергетики и негатива. Кстати, совершенно случайно сегодня у меня лопнуло одно из моих колец гладких. То есть, если вы сделали защиту, у вас лопается кольцо, это означает, что самое время, во-первых, проверить, как вы сберегаете ваше украшение, потому что если оно падало, если хранилось неправильно, оно могло из-за этого лопнуть, да, то есть не всегда магию и эзотерику нужно во всем видеть. Но если вы хранили его в абсолютно нормальных условиях, не было резких перепадов температур, вы ни об что тяжелое не ударялись, соответственно, что, соответственно, пришло время переделывать защиту. И еще я хочу с вами поговорить о таких кольцах. Вот это тройное, вот, например, такое. Да, вот так вот оно выглядит. Просто тройное колечко. Это у меня, кстати, серебряное, очень-очень старое. Или, может быть, такое. Вот это я не так давно купила. Вот такое оно тройное. И замочек здесь есть. Вот, видите, вот такое. Вот на тройные кольца можно ставить на исполнение трех желаний. Очень хорошая штука. Вот именно на тройные кольца. Здорово. Те, кто придерживается христианской религии, может ставить христианские защиты во имя Отца и Сына и Святого Духа. Тоже именно на тройные колечки такое можно делать. Ну и, собственно, основной момент какой? Ребят, если хотите кольцо для защиты, не гонитесь за какими-то дорогими украшениями. Купите обычное кольцо. Там может быть сталь, там может быть сплав любой, медь,
серебро, искусственный камень. Это уже не так важно. На этом все. Всем хорошего настроения. Надеюсь, это видео было полезно. Предлагайте новые интересные темы для видео и подписывайтесь на канал. Всем пока!